Так, добрый день, уважаемые зрители. Если меня слышно, если меня видно, пожалуйста, поставьте плюс в чат, и мы начнем наш обзор. Так, я жду ваших сообщений. Еще раз всем добрый день. Окей, спасибо. Так, мы начинаем наш ежедневный обзор. Зовут меня Котин Александр, я аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Если по ходу моего рассказа у вас появятся какие-то вопросы, жду их в чат, обязательно отвечу. Но сначала все по плану, как обычно. Основные валютные пары и золото, а затем уже ваши вопросы, какие-то пары, которые интересны вам. Итак, начинаем. Так, давайте начнем, как обычно, с евро-доллара. Итак, дневной таймфрейм. Видно два импульса. И на что я обращал ваше внимание уже, это то, что между этими двумя импульсами есть разница. Имеется в виду разница в движущей силе. Потому что в этом предыдущем импульсе, который обозначен один под вопросом, и вот в этом импульсе, ну, она одинаковая, но это не означает, что это третья волна. То есть пока это под вопросом 3, но это очень легко может стать и А, Б и С. Вот. Поэтому мы будем рассматривать то, что внутри происходит, и какие там есть возможности. Итак, ну вот, обратите внимание на то, что на 6-часовом графике, или вот, ну да, на 6-часовом, от максимума 1 июля, вот отсюда, сейчас видно 123 бара. Вчера было нисходящее движение, которое никак вот не обновило минимум. Ну, там не хватило буквально 3 пункта или 4 пункта. Но это вовсе не означает, что вероятность того, что все-таки эта пятая волна, она завершилась, и так оно вот и есть. Может так быть. Вот. Хотя бы потому, что там 3-4 пункта, это не очень-то и много. А если вы включите, ну да, даже на линейном графике, если мы включим линейный график, будет такая же разница. Не имеет это пока никакого значения, даже если там эта разница есть. Вопрос в другом, что вот в этом последнем движении, внутри, вы не увидите той структуры, которая там может быть. Ну, в принципе, и должна быть, если это импульс. Но это вовсе не будет означать, что это не импульс. По той же простой причине, что в последнем движении может быть такое, что импульса здесь полноценного вы не увидите. И его здесь будет найти крайне сложно. Это будет выглядеть как два импульса. Вот один, вот он здесь закончился. Вот, АО уходит к нулю, если вот 15 минут взять, можно это увидеть очень легко. То есть вот эта вот дивергенция, вот это первый импульс завершился. Дальше дал коррекцию, и вот это другой импульс, в котором четко видно тоже 1, 2, 3, 4, 5. Но вот в нем дивергенции нет. Нормальная ситуация, хотя бы потому, что это может быть и полноценное пятиволновое движение, просто его, скажем так, в последнем движении может дивергенции не быть. И такое бывает очень часто. То есть может и даже вот так быть, что первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Легко. Вот, потому что в предыдущем движении совершенно точно два импульса видно, А, Б и С. Вот. Несмотря на то, что он не обновляет там минимум, ну или не задевает его, погрешность там небольшая. Пункта 3, да, где-то около 4 пунктов. Не имеет это никакого значения вообще абсолютно. И вполне вероятно, что это пятая волна, она завершила это движение. То есть я уже больше склоняюсь к тому, что будет рост. То есть продолжится. Начавшийся вчера во второй половине торгового дня. И, соответственно, еще бы я обратил ваше внимание на то, что если вот завтра и послезавтра свеча закроется и не обновит минимум, здесь образуется фрактал. Образование фрактала даст нам три фрактала внизу. То есть один, второй и третий. То есть у нас будет как бы все три вот эти вот вершины, необходимые для завершения импульса на старшем таймфрейме. К
как вот это было здесь. Да? То есть вот один, второй и третий. То есть вот все три как бы толчка их видно. А здесь вот внизу последнего фрактала еще нет. Он появится там через вот сегодняшний день, если не обновит минимум, завтрашний не обновит минимум, и соответственно здесь образуется фрактал. Ну, если, да? Если так произойдет. Хотя с другой стороны, обратите внимание вот сюда. То есть что происходит вот тут сейчас. Открываете примерно 5 минут. Здесь все будет хорошо видно. Так, секундочку. Вот в этом движении. Вот оно, это движение. 123 бара на 5-минутном графике. Вот его максимум здесь. Видно? 1, 2, 3, 4, 5. Линейный график включаете и увидите, что вот этот минимум, он вот за этот максимум вообще не уходит. Это означает, что это импульс. Если это импульс, вполне вероятно, что он как-то скорректируется, если уже эта коррекция не произошла. И вполне вероятно, что я бы вот ожидал дальнейшего движения вверх здесь. Ну, скажем так, с большей вероятностью, потому что считаю, что это все закончилось, это уже первый импульс в новом восходящем движении. Вот так, потому что по этой структуре, по структуре вот этого импульса я уже могу говорить о том, что это один полноценный импульс вверх, а, как известно, один он совершенно точно быть не может. То есть, скорее всего, по завершению коррекции еще что-то будет. Надо наблюдать. Британский фунт. Дневной график завершился импульс. Опять же, на мой взгляд, импульс завершился. Коррекция уже очень глубокая. Просто движение против этого импульса достаточно глубокое. И внутри этого движения, вот где-то ориентировочно, там на 4-часовом графике, на 3-часовом, ну, видно вот это вот приближение к нулю. И пока я оставил вот такую разметку. То есть это, вероятно, только первый импульс в коррекционном движении. Может и такое быть. Вот. Однако, если мы посмотрим на то, что происходит вот в начавшемся движении, вот на 30-минутном графике, как минимум, ну или хотя бы даже вот это вот движение оценим, нисходящее, вот этот импульс. Давайте вот час возьмем. И на часе будет видно очень хорошо, вот. 1, 2, 3, 4 и 5. Все по АО видно очень хорошо. Переворот через ноль в четвертой волне и дивергенция в пятой с третьей. Открываем вот этот импульс в масштабе. Видно? Вот оно первое движение, коррекция. Второе движение, коррекция. И вот третье движение назревает. Ну и, скорее всего, максимум этот будет обновлен, если это уже не импульс. Но это можно проверить. Проверить это можно очень просто. Нужно открыть это движение в масштабе. 100-140 баров, здесь вот 144. Тут видно импульс. Вот он, 1, 2, 3, 4, 5. Это один импульс. Значит, это второй импульс. То есть это... Вместе эти два импульса не дают полноценного, они дают два импульса. Значит, это пятая волна в этом движении, и импульс здесь еще не сформировался. То есть, скорее всего, этот максимум от вчерашнего дня будет пробит и обновлен. Это, скажем так, с большей вероятностью. А там уже будет видно, чем этот импульс будет. Чем он станет в дальнейшем. Так, на... швейцарский франк 1, 2, вероятно 3. Так, на, ну да, вот здесь вот ситуация от евро-доллара отличается, если мы там говорим, что, ну, якобы вот швейцарский франк — это зеркальное отражение евро-доллара. Однако не всегда это так. Вот здесь я бы разметку поменял, потому что если на евро-долларе вот этого переворота через ноль нет, ну да, то есть только в обратную сторону, то здесь он есть. Вот. Вот в этом движении. То есть
Я считаю, что импульс вот он, то есть он закончился, завершился. Можно, конечно, там взять поменьше, здесь будет 104, ну вот на 4-часовом графике, тут 5-часового нет, ну, строить его не буду, но тем не менее А, Б и С. То есть жду еще продолжения вот этого движения, в котором, точнее вот этой коррекции, начавшейся от максимума прошлой недели, от 6 августа, и вероятно тут разовьется еще один импульс куда-то вот в эту целевую зону между 38,2 и 61,8. Посмотрим. Может глубже. По крайней мере, вот этот фрактал, который, опять же, образовался таким образом, что не обновил этот максимум, говорит о том, что, скорее всего, это А, Б, и я бы ожидал еще С вниз. Австралийский доллар. Австралийский доллар, дневной график, импульс. Развивается коррекция, то есть она в какой-то среднесрочной перспективе может быть сориентирована вот в эту целевую зону между 38,2 и 61,8. Давайте возьмем эту коррекцию, посмотрим более подробно. А, Б и С, вот она завершилась, эта волна С. Надо бы другим цветом сделать, чтобы было лучше видно и понятно, что это другая разметка, то есть большего порядка. Вот, А, Б и С. То есть внутри волны С совершенно точно полноценный пятиволновой импульс. Вот его видно. Первая, вторая, третья, четвертая со всеми подробностями. И с очень подробной четвертой волной. Все. То есть тут движение завершилось. Как мы и предполагали, тут у нас есть уже одно восходящее движение, открывая 30 минут. Мы его видим. Даже не открывая его в масштабе, его видно очень хорошо. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. Закончилось движение. Несмотря на то, что здесь вот максимум не обновлен, вот в этом месте. Но когда вы включите линейный график, вы это увидите совершенно точно. Вот. Дальше этот импульс был скорректирован, и вот развивается новое восходящее движение. Новое восходящее движение. Оно усиливается. Но я бы не стал думать о том, что все, там эта коррекция закончилась. Вот это все могло быть только волной А. Потому что если брать дневной график, какая-то импульс достаточно большой был. Ну и логично предположить, что коррекция как бы может быть поглубже. Вот. Однако в ней только вот один импульс, я считаю, что он будет может быть скорректирован, да, и можно будет еще один импульс вниз увидеть. Поэтому я бы не стал торопиться с завершением и говорить о том, что это вот коррекция, вот этот импульс уже скорректирован, коррекция закончилась, сейчас мы увидим новое движение вверх. Торопиться с этим я бы не стал. Нужно наблюдать за тем, что здесь будет происходить, а тут совершенно точно видно импульс и новое движение вот на 30-минутном графике. Если вы его откроете, в нем завершения пока нет. То есть в нем завершения пока нет. Мало того, оно усиливается. То есть этот импульс усиливается. Вот так. Поэтому, хотя при всем при этом я бы не ожидал какого-то сильного движения. Вот так. Иена, дневной график, вероятно, четвертая волна закончилась и развивается пятая. То есть четвертая такая вот сложная коррекция завершилась, и там может развиться пятиволновой импульс новый, который может вот к этому уровню подойти и может даже выше там максимума этого года. На 4 часах мы видим 110 баров от начала движения. Первая, вторая, третья, четвертая, подходит она вот куда очень хорошо, вот к этому максимуму. А дальше развивается новый импульс, который сориентирован уже вот сюда. Который сориентирован вот сюда, вот к максимуму 30 июля. Вот. То есть это А, Б и С. Внутри последнего движения видно пятиволновой импульс. То есть 1, 2, 3, 4 и 5. Вот. Если вы его в структуре откроете где-нибудь на часовике, вот отсюда вот до сюда, вы увидите все, что необходимо там увидеть. А в этом движении это уже импульс. Мы его вчера разбирали
Вот его видно очень хорошо. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть это уже импульс. Он дал коррекцию, скорее всего, разовьется новое движение вверх. Вот так. Канадский доллар. На дневном графике завершилась предположительно четвертая, развивается пятая. Она легла как раз таки на максимум первой волны. И в целевую зону от 38,2 до 61,8. На внутридневном таймфрейме есть вероятность коррекции, так как это движение оно максимум уже не обновляет. Ну, вероятно, А, Б и там С. То есть, чем это будет? Это может быть там в третьей волне, четвертой волной, потому что вот первое движение, второе. То есть, вот эти вот, вот этот импульс и коррекция, скорее всего, это 1 и 2, а это уже 1, 2, 3, там 4. Это все в третьей волне подробности. Вот. Поэтому после завершения коррекции здесь я бы ожидал восходящего, нового восходящего движения. Хотя мы можем посмотреть, что здесь внутри происходит. Взять вот 30 минут или часовик. Вот максимум. От этого максимума четко видно импульс. Дальше два импульса. Вот коррекция. Она не обновляет вот этот максимум. Идет новый импульс вниз. Вот так. 1, 2, 3, 4 и вот на 5. То есть это видно даже, вот, что четвертая волна, она вот сюда ложится. Очень хорошо. Если вы вот этот импульс откроете в масштабе, вот на 30-минутном графике, вы увидите подробности этого движения и увидите вот 3, 4 и вот на 5-я волна. И внутри, и даже подробности 5-й волны внутри этого импульса тоже видны. Вот 1, 2, 3, 4, видите, подходит вот сюда вот. И 5. И обновляет минимум обязательно. Потому что даже если этот импульс рассмотреть внутри, его будет видно очень хорошо в минутах на 10. То есть здесь будет 109 баров. Вот оно движение. Видно, куда вот этот максимум подошел? Вот сюда, вот к этому минимуму. Вот. И как только этот импульс завершится, скорее всего продолжится, ну, продолжится рост. Вот так. Сейчас мы это все лишнее удалим. И золото остается у нас. Здесь я по-прежнему предполагаю вероятность дальнейшего роста. Потому что здесь вот импульс, коррекция, который мы сейчас посмотрим. Как-то я покажу, как это выглядит в масштабе. То есть вот от минимума вот до сюда 109 баров. Вот он импульс. Со всеми подробностями. Третья волна, четвертая волна, пятая волна. Вот все это видно. Дальше коррекция завершилась. Вот она, А, Б и С. И новое движение, которое вот уже от минимума 1 августа можно рассмотреть, ну, примерно на часовом графике. Тут 200 баров. Давайте 2 часа возьмем. Будет лучше видно. Здесь вот почти 100. Но обратите внимание на то, что движение вверх началось и образовался фрактал вот тут. И падение пошло. То есть это вот коррекция, вот эта вот коррекция. Могу предположить, что она не завершилась еще, что может еще быть импульс. Но он, скорее всего, не должен пробить вот этот максимум. Тогда это и будет 1, 2, 3, 4 и, соответственно, видим дальнейший рост здесь. Но так как золото застряло вот где-то на часовике, на двух часах вот в этой коррекционной волне, а если это четверка, торговать ее тяжело, и поэтому нужно ждать просто, пока она завершится, и когда завершится вообще весь импульс полностью, тогда можно с коррекцией будет рассматривать возможности для покупок. Я вот именно так считаю. Какие есть вопросы? У нас есть целых 11 минут времени. Пишите в чат, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Что еще посмотрим? Ну да, традиционно пара доллар-рубль. А дневной график, на мой взгляд, здесь развивается пятая волна. Вот она, пятая волна развивается. Сориентирована она к максимуму от 3 марта. То есть где-то на 37 рублей, скорее всего, идет. А может и выше.
внутри движения, видите, внутри движения последнего на 4 часах, здесь видно 133 бара, то есть это как бы хороший такой масштаб, в котором четко прослеживается 1, 2 и 3, а внутри третьей волны, первая вершина, вторая вершина, третья вершина. Вот, то есть здесь три толчка четко видно. Вот. А если мы говорим о том, что сейчас начинается коррекция здесь, то в этой коррекции А, Б и С, то есть если мы вот этот максимум не обновляем, то скорее всего разовьется еще один импульс, который уже будет сориентирован куда-то вот сюда, между 38,2 и 61,8. Вполне вероятно, что он может сюда упасть. Вот. Однако, если этот максимум будет пробит, ну, это означает, что это продолжение третьей волны. Все. Вот так. Но тут внутри движения, вот на часовике четко видно импульс. Один импульс вниз. Давайте его откроем. Минут так 15 возьмем. Вот. Первое движение, коррекция. Второе движение, коррекция. Третье движение. 1, 2, 3, 4, 5. Видно это четко. Плюс по АО. Здесь третья волна. Вот это вот. Переворот через 0, 4. Ну, при условии, что вот максимума до минимума будете видеть 106 баров. То есть это вероятно, первый импульс в коррекции. То есть это А, Б и, вероятно, будет С вниз. Еще. И вот тогда мы скажем, что это разовьется здесь четвертая волна. То есть, если мы этот максимум не обновляем, значит, это будет А, Б и С. Так. Даже не знаю, с чего начать. С евроканадца. Ну, давайте вот с него начнем. Как бы все по порядку. И что вы нашли в этой паре? Ну вот смотрите, импульс, мы сказали, что импульс здесь развился и закончился. Развивается коррекция, то есть вот она целевая зона для этой коррекции. В данном случае мы вот 3 часа смотрим, здесь почти сотня баров. Ну и четко видно, все. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, то есть это импульс. Вот эту коррекцию можем в принципе разобрать сейчас, что в ней происходит. Единственное, что ее завершение лучше смотреть на старшем таймфрейме, то есть когда она уйдет за пределы линии баланса, и здесь образуется фрактал. То есть там на дневном графике. Ну, потому что нужно определять завершение по старшему таймфрейму, и там это видно будет лучше. Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит в этом движении. Вот минут 30 берем, так, 124 бара, вот первая волна, вторая, третья, вот здесь закончилась, четвертая, пятая, вот она пятая. Где она обновила минимум? Вот здесь, вот здесь. Значит, это только первый импульс в коррекционном движении. Возвращаемся на 3 часа, и вот она целевая зона между 38,2 и 61,8. Торопиться с покупками не нужно пока. Я считаю, что в этом коррекционном движении только один импульс. И может произойти что-нибудь вот такое. И вот такое. То есть некий такой зигзаг нарисуется. Чтобы он остановился где-то вот между 38,2 и 61,8. Вот давайте понаблюдаем и посмотрим, что. Вот как только вот она закончится, эта коррекция, тогда можно будет пробовать дальнейшие там входы вверх делать. Потому что если это первый импульс вверх на дневном графике, вот видно, что он линии баланса пересекает, значит, это первый импульс в новом восходящем движении. Я сейчас про линии баланса, именно про аллигатор говорю. То есть если вот этот импульс пересекает все три линии баланса и закрывается фракталом выше этих линий баланса и внутри дает полноценный пятиволновой импульс. Вот он. Это означает, что это первый импульс в новом восходящем движении. Сколько их там будет, об этом не нужно говорить. И даже задумываться на эту тему. Потому что мыслительный процесс должен присутствовать только здесь сейчас, а никак не вперед. Вот. Ну, это, скажем так, у начинающих трейдеров.
у, скажем так, более продвинутых трейдеров мыслительного процесса вообще быть не должно. Потому что анализ, в принципе, вреден. Нужно воспринимать все на автомате и видеть на автомате. Вот так. Об этом я говорил на семинаре по психологии трейдинга, который вел на РБК. И в этом месяце у меня такой же семинар запланирован. В принципе, в нашей группе ВКонтакте есть запись этого семинара. И если это интересно, вы ее там можете найти и послушать. Именно о психологии трейдинга. Потому что на рынке рулит психология. Не методы анализа и не методы торговли рынка, а именно психология, то есть то, как вы себя ведете и то, как вы себя ощущаете. Потому что если вы ощущаете у себя неготовность к торговле и можете это очень быстро понять, то лучше подальше держаться от рынка, потому что в таком состоянии вы явно не будете зарабатывать. Это к тому, что просто послушайте эту запись, найдите ее в нашей группе, и там есть ответы на многие вопросы. Так, что дальше? 4 минуты времени. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар. Вот смотрите, видите вот эту дивергенцию? Вот эту вот. Между вот этим минимумом и вот этим. Вот здесь минимум вчера образовался, новый. Соответственно, структуру этого движения, ее видно четко, даже не открывая в масштабе. Вот отсюда этот импульс начался. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Все. Внутри последнего движения вы дивергенции никакой не увидите. Даже хоть как вы его откроете. Я об этом говорил, что такое возможно. Но это не означает, что это полноценный пятиволновой, что это не может быть полноценным пятиволновым движением. Просто это мы так видим с вами. Вот и все. Возьмите просто масштаб больше, и будет видно все хорошо и четко. Вот так вот. Вот это все пятая волна в этом импульсе. Вот она, первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот. Видно по структуре этого движения. Ну, это при определенном опыте. Потому что дальше, если вы посмотрите, что вот это такое, то открываете это движение в масштабе. Снова делайте то же самое. Вот максимум 48 баров. Где-то вот надо взять минуты 4. Будет видно очень хорошо, что это такое. Что из себя это движение представляет. Вот. Здесь 118 баров, то есть нужное количество для анализа. Вот первый толчок, вот здесь, в самом низу, это первая волна. Вторая, третья, четвертая, пятая. То есть это импульс, это уже как бы импульс вверх. Вот. То есть то, что вы видите сейчас, резкий рост, который явно вот этот максимум может обновить, скорее всего так и произойдет, это новое движение. Потому что вот оно, завершение, его видно на старшем таймфрейме. Если здесь сформируется импульс, который пересечет линии баланса и завершится фракталом выше линии баланса, именно вот на 4-часовом графике, где вы видите все движение в масштабе, то это означает, что это будет первый импульс. То есть это только первый импульс в новом импульсе, а здесь сформируется новое движение. Если вдруг фракталом оно закроется выше линии баланса, то и там внутри будет структура пятиволновая, то это будет первый импульс в новом восходящем движении. Минимум, которое скорректирует вот это движение. Вот так. Ссылку на группу, да пожалуйста, я обязательно ее отправлю вам в чат. Держите. Ну, по поводу психолога не торгующего я поспорю с вами, потому что психология трейдера, она ничем не отличается от психологии любого другого человека. Там космонавта или там, не знаю, футболиста или кого-то еще. Ничем не отличается. Все процессы универсальны. Не нужно это возводить в какой-то ранг там, того, что это, не знаю, там, что-то отличное и так далее.
Нет в этом ничего такого. Это все выдумки. Так, что еще посмотрим? Ну, у нас так-то времени уже нет, по большому счету. Так, фунт новозеландец, Александр, я перед вами должен извиниться, но фунт новозеландец и канадец к йене я уже не успеваю рассказать и объяснить, потому что время нашей трансляции подошло к концу. А вот если мы это сделаем завтра, то я думаю, что у нас будет больше времени. И, скорее всего, если вы завтра подключитесь к трансляции в 10 часов, то я обязательно рассмотрю для вас эти валютные пары. По фунт-доллару, пожалуйста, посмотрите запись на YouTube. То есть это, запись этого семинара, она обязательно будет выложена на канале Альпари в YouTube. И вы сможете ее просмотреть. И плюс я ее продублирую в нашей группе. Вот ссылка у вас в чате находится уже. Я благодарю вас за внимание. Просто время нашей трансляции уже вышло. Если вдруг вопросы есть, вы можете отправить мне на адрес их на адрес электронной почты ikat@alpari.ru. Тема письма для Александра, чтобы я ваше письмо увидел. На этом я благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.